Продолжаем играть Shadow of Gun Legends. У меня сегодня должна быть вторая миссия. Колесо фортуны. Ну что, пацан, почуял удачу? Ну как сказать? Ну давай, крутани колесо и попытайся получить что-то там. Соперники на арене оставляют сердца мучений, которые можно обменять на награду Педро. Здорово, моему дружку нужно всякие принадлежности для вечеринки на этой неделе. Он лишь сказал, что разум и тело объединяется, когда уран будет в тельце. В любом случае, старин, вы... Короче, я понял. Золото даром. Ага, понял. Не надо пока. Так. Боец на тебя заглядывается, спонсор. Давай к Хакиму и подпиши свой первый контракт. Ну давай, к Хакиму сбегаем. Так, это Хаким. По-моему, Хаким. Нет, это Нитро. Вот это Хаким вроде. Так. Ага, Хаким. Ну давай. Поближе что ли надо подойти? Спонсорские контракты. За славу приходят и деньги, дружище, тобой. Много кто интересуется. Выбирай спонсора. А у меня один только спонсор может. Давай. Прибавлю, что-то не слышно. Так, что он там? Ладно, на деле ты совсем неплохо. Готов к новому заданию. К Слейду подойти. Вон Слейд стоит. Давай, чувак. Вторжение. Занять вышку. Погнали. Нажми, чтобы начать задание. Так. Ага,
Украины. Зенитка выведена из строя. Мы наконец-то можем отобрать нового количества сил мучения. Несколько отрядов пехотинцев десантируются в паре километров на юг от колонии. Помоги им, пока они закрепляют позиции. Давай. Погнали. Морпехам нужна помощь на Новокалисто. Боец. Сейчас поможем, ребятишки. Ребята, ждите меня. Сейчас я подойду к вам. Сейчас. Я один. Девка какая-то. Погнали. Какие-то здесь тайные места есть, надо посмотреть их. Что за чувак? Нет, я ему помочь ничего не могу. Чат, пошли. Патроны какие-то. Так, что у нас здесь, наверное, скрытые что-нибудь? Там он есть что-то. Ага, вещей никаких, шмоток нет, а здесь что? Здесь ничего. Так, меня ребята ждут. Чувак, ты мертв. Тебе уже ничем не помогу. Так, оба. Что он там шмаляет из ракетницы? Сейчас, может быть, что-нибудь скрытое найдем. Опа. Лифтом мы всегда успеем воспользоваться. Да, чувака. Ясно, ладно, погнали. Fresh flesh. Воу, прям куча их сразу вылетела. Куча двое. А, пушки какие-то вылетели у них там. Побежали, побежали, ребята, гоу. Что здесь? Что-то нашел шмот какой-то. Давай я помогу. Что тут надо сделать? Бля, отключено. Ставь предохранитель в разъем А. Вот здесь вот разъем А. Чуваки, я все сделал. Что дальше? Воспользоваться лифтом. Сейчас, наверное, там народище будет. Погнали.
Не, мне твое железное зрение не нужно. О-о-о. Так лучше стреляется. Он сверху, что ли? Да, он сверху, ни хера, он шмаляет там. Генератор. Опа, завалил нас. Четыре еще осталось убить. Идите ко мне, к папочке. Три. Два, один. Это мой фраг будет. Да. Так, смотримся. На шутку достигнем. Я прошел. Мы расшифровали сигнал СУС. В военных кругах известен как спасите, умирай, сука. Спасибо. Мы все рады. Так, так, так. Шмот дали. Оружие какое-то дали. Оп, что-то открыл. Получен доступ к друзьям. Но у меня нет друзей. Если кто хочет, пишите под этим видео. Я добавлю в друзья, будем вместе проходить. Так, что там, продай товары Уиллу. Продай товар Бигу Рэдди. Биг Рэдди. Петро. Биг Рэдди, Биг Рэдди, Биг Рэдди, я уж не помню кто. Во, тебе, чувак, держи. 5% брони им продать надо. Продать. Так, я что-то не понял, как продать. Сходи поздороваться с моим старым другом, постоянно ищи каких-нибудь сделать.
за золото. Перчатку какую-то купил я. Может быть, пригодится ботинки. А чё, я у меня нечему пока им предложить. Давай пятый ранг попробуем получить. Чё? Иди к Педро и нажми расшифровать, чтобы получить редкий предмет. Педро. Идем к Педро. Педро. Так. Торговать я не хочу, я что-то не понял. Иди к Педро и нажми расшифровать, чтобы получить редкий предмет. Ага, через 32 минуты он будет. На сегодня хватит. Еще я один миссию прошел. Так, что у меня в шмотке? Это друзья. Тогда, если что, хотите играть со мной, пишите в комментариях. Добавлю, поиграем вместе, будем в команде. Ну все, пока.